четкие сигналы не слышны, индексы опять куда-то вниз. Рынок акций чувствует себя, как без груди брошенный малыш. Не поднимут акции торги. Минус ожидается опять. Над Европой ранние дожди начинали успехи затоплять. И площадки ждут чего-то вновь. Европейский саммит что решит? И какой игрок найдет любовь? А кого любови он лишит? И площадки в минусе стоят. Долговых проблем не сосчитать. И к тому же цифры ВВП в США устали подрастать. И японский индекс тоже вниз, и Гонконг немного ослабел. Освежает нас холодный бриз и грозит оставить неудел. Четкие сигналы не слышны, индексы опять куда-то вниз. Рынок акций чувствует себя, как без груди брошенный малыш.